Сегодня хороший день, солнечный, слабый мороз. Самое время для зимней рыбалки. Но и расслабляться тоже не надо, потому что лед тонкий. И что делать, если провалишься под лед? Об этом мы еще узнаем. Эта программа «Выход есть», мы начинаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Госинспектор Барнаульского инспекторского отделения ГИМС МЧС России Губарь Максим Сергеевич. Очень приятно. Не клюет еще, только-только пришел. Толщину льда-то замеряли? Ну как, замерял буром. Ну, сантиметров 20, наверное. То есть все примерно, на приблизительно? Глаз. На глаз. Ну да, безопасно. 40 сантиметров почти. Ну а скажите, пожалуйста, ну а самое безопасное, это понятно. А минимум запаса льда должен быть, чтобы можно было человеку выйти на лед. Это какой? Самый минимальный вообще 10 сантиметров. От 10 до 15, то есть в зависимости от водоема. Ну, в данном случае я на безопасном льду нахожусь. Да, на безопасном льду. А как часто можно лунки размещать возле себя? Дистанция между лунками примерно должна быть 5-7 метров. Они должны быть нечастые. Еще вопрос такого плана. А если вдруг я услышал, что лед трескается, мне куда деваться? Мне уходить или оставаться, или что? Никакой делать? Паники, во-первых, остановиться, замереть. То есть трещины остановятся, то есть когда треск прекратится. И выбираться с водоема надо тем маршрутом, откуда пришли. То есть вы уже прошли, он уже прочный лед. То есть новых мест искать не надо. Той же тропой возвращаться назад? Той же тропой возвращаться. Если сильно трещит лед, можно площадь прикосновения сделать больше, то есть, соответственно, лечь и ползком или перекатом возвращаться в сторону берега. А скажите, что необходимо еще знать при выходе на лед? Рыбаку или человеку, который пытается перейти в водяную переправу? Ну, во-первых, если вы не рыбак, то на льду находиться никакой необходимости нет. Но все-таки, если вы занимаетесь зимним ловом рыбы, то необходимо, прежде чем выйти на водоем, внимательно осмотреться. То есть, какое расположение он имеет, какая толщина снежного покрова, имеются ли там течения, родники или еще какие-то насыпи. И когда уже осмотрелись, наметили себе примерный маршрут движения, с собой вы, соответственно, на рыбалку берете бур, пишню, и перед собой всегда проверять, то есть простукивать место, ни в коем случае не топать ногами, не прыгать, не подвергать себя опасности, и небольшими шагами проходить дальше на намеченное место рыбалки. Уже когда вы уже, соответственно, бурите лед, вы видите, что лед прозрачный или светло-зеленого там голубого оттенка, он будет прочный. Самый опасный лед — это замерзший снег, так сказать, он будет рыхлый и он не выдержит человек. А какие еще ошибки допускают рыбаки при выходе на лед? Ну и вообще люди, которые выходят на лед? Ну, самые большие ошибки — это, во-первых, в период становления льда, то есть лед не окреп, и все хотят уже порыбачить, то есть все бегут. Во-первых, между собой, не соблюдая дистанцию, когда выходят на лед, скапливаются большими группами, что тоже подвергает опасности. Кто-то поймал интересный экземпляр, к нему все подбежали посмотреть. И лед не прощает таких ошибок. Это получается, они как кучкуются вокруг, кучкуются, да? Лунок насверлили, соответственно, трещина от лунки к лунке пошла, и все, образуется провал. А самое главное, не забывать, что вас ждут дома. И придете вы живым или с уловом, это уже как бы независимо. Как в том анекдоте: утонешь — домой не приходи. А какие профилактические мероприятия в данном направлении вы проводите лично? Лично мы и наша организация проводит в данном направлении профилактические беседы. Не только как вот с вами, с гражданами, да, мы также распространяем о безопасном выходе на лед. Вот листовки специальные, разработанные нашими сотрудниками. Спасибо, да. Почитаем. Здесь четко все показано, как, где и когда и можно выходить на лед. Также мы, естественно, выходим в школы, проводим профилактические мероприятия, показываем свой инвентарь, с помощью которого можно произвести спасение людей на воде. Объясняем, как надо ходить, где ходить, а лучше, естественно, детям вообще без взрослых не появляться на льду. Спасибо вам большое. Получили инструктаж. Все хорошо, но с рыбалки еще нужно вернуться.
Я как бы выбрался самостоятельно, помощь не нужна. Сейчас я продемонстрировал провал в майну, ну и самостоятельно попытался выбраться. У меня это вышло, получилось. А у специалиста мы сейчас спросим, правильно ли я это сделал или что-то не так. При проваливании необходимо развернуться обратно лицом к своим следам и, ломая перед собой тонкий лед, выбираться на него. Желательно выбираться максимальным количеством площади, максимальной площади тела, то есть лечь на живот, и так же, как показал сейчас Павел, перекатыванием уходить от кромки воды. А что-то неправильно было в моих действиях или нет? Единственная ошибка была в том, что после того, как откатились от майны, продолжать движение ползком, не вставая на ноги, удаляясь максимально от кромки воды. Порыбачить нам не удалось, но мы узнали много полезного. Первое. При выходе на лед оцените толщину льда. Второе. В случае того, когда вы идете по льду, услышали трещины, лучше остановиться и вернуться по тем следам, по которым вы выходили на лед. Третье. В случае, если вы провалились под лед, постарайтесь развернуться и быстро, не теряя времени и сил, выбраться на кромку льда и перекатами уйти в сторону. Если вы провалились под лед, необходимо развернуться и, не теряя сил, выбраться на лед и перекатами укатиться в свою безопасную сторону. Если у вас не получается, зовите на помощь. Выход есть.